Всем привет, с вами Информ ТВ. Несколько часов назад сестра известной певицы Жанны Фриске, Наталья, поделилась радостным событием. Она беременна. Мало того, оказывается, артистка уже на поздних сроках. Она показала фотографию, где отчетливо видно уже внушительный живот. 35-летняя Наташа снялась в образе сказочной феи. Фриске призналась, что хотела оставить в секрете это радостное событие, но информация уже просочилась в сеть. И тогда она решила рассказать все сама, до того, как в СМИ появятся кричащие заголовки. Цитата. «Да, я жду малыша и безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже», – написала она. Подписчики сразу же поспешили поздравить Наталью со скорым пополнением. «Береги себя, очень рады за вас. Как же это красиво, счастье тебе и малышу», – писали они. Напомним, Наталья долгие годы пыталась стать мамой. Спустя 2 месяца после смерти сестры в 2015 году у нее случился выкидыш. Она очень тяжело переживала потерю близкого человека. Ударом стали и публичные скандалы с Дмитрием Шепелевым. В итоге все эти нервы сказались не только на ее здоровье, но и на браке. 3 года назад она рассталась с мужем Сергеем Шевковым. К счастью, она нашла в себе силы жить дальше. Сегодня она в отношениях с Александром Титовым. Поклонники говорят, что пара выглядит очень красиво. А как вы считаете? Пишите в комментариях. Пожелаем Наталье всего самого наилучшего. Пусть малыш родится здоровеньким и будет радовать родителей. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!